Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в игрушку Infinite Tanks. Бесконечные танки полностью отражают свое название, вас ждут нескончаемые колонны современных боевых машин, большие уровни с реалистичными погодными условиями, сражения по сети, бесчетное число одиночных заданий и учений. В общем, такое вот описание у нас в стиме. Скачал игрушку, купил ее, стоит 129 рублей, она недорого, но на самом деле довольно прикольный графончик здесь, и здесь можно довольно неплохо порубиться. Я уже даже покатался немножко и решил вам, ребят, показать. Если вам игрушка понравится, ставьте лайк обязательно. Давайте поддержим разработчиков. Собственно, давайте будем разбираться. Так, что у нас здесь есть? Есть у нас здесь несколько режимов. Есть кампания, учение, пользовательский режим. И в сети, конечно же, биться можно будет. Также здесь есть рынок, награды, танки. Давайте забежим вот сюда. Здесь у нас предлагают нам различные танки. У меня есть, ну, на начальном уровне, я только начал в нее играть. Первый левел. Здесь у нас здесь можно модернизировать их каким-то даже образом. Давайте посмотрим. К примеру, я могу здесь сделать корпус на него, сделать апгрейд. Это мне напоминает игру Robocraft чем-то. Даже скоро, возможно, у нас будет на канале. В общем, я могу сделать корпус здесь, забабахать, да. Это все у нас покупается, да. Так, здесь можно двигатель сделать, выбрать движок, например, поставить. Также можно выбрать гусеницы и, кстати, можно колеса вообще прикрутить, посмотрите, можно прямо... То есть можно создать что-то вообще невероятное, я так думаю, просто что-то с чем-то можно сделать, это прикольно. Мне нравится. Так, а это что у нас такое? Это у нас башня. Башню тоже можно менять. О, вот это вот прям, вот это неплохо бы, да? Последняя. Так, мы, наверное, не сможем ее приобрести, или у нас не хватит. Ладно, и пушка. И пушку можно, конечно же, забабахать. Вот такую, такую можно поставить. Короче, это тоже, естественно, все влияет. А что ж, давайте мы поедем на начальном, поглядим, что у нас да как. Здесь различные есть новые танки, тест-драйв, сравнить комплектующие, продать танк можно. В общем, здесь очень много различных вещей, что можно здесь творить. Давайте возьмем здесь учение, например. Давайте посмотрим, что у нас здесь за учение. Освобождение Ист Африки. Уровни. Здесь у нас еще по уровням как-то все разбивается, да? Оборона, различные перехваты, сопровождение, уничтожение, противостояние. Давайте поглядим. Кстати, нам дают за прохождение данного режима определенное количество очков и опытов. Сопроводите колонну снабжения до пункта назначения. Командир колонны выбирает маршрут самостоятельно. Держитесь рядом с ним. Прекрасно. Так, вот наша колонна. У нас есть три виповских танка, которые нужно сохранить. Вот они отмечены звездочками, да? Они должны выжить. Остальные не знаю. Остальные как придется. Так, посмотрим. Зря я, конечно, заехал. Откуда? Чего вы не едете вперед? Посмотрите, у них какие интересные... Прочищает как-то. Они, наверное, должны за мной ехать, да? Ладно, погнали. Давайте потихонечку поедем, будем. Карту я абсолютно не знаю, первый раз на ней, поэтому самое важное — это знать карту, потому что если ты не знаешь карту, то это совсем все печально. О, вижу, кто-то там у нас, по-моему, спалился немножечко, а? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, есть. Грохнули. Так, у нас тут опережение попер. Почти слили. Ну, добивай его. Так, а у нас потери. Это очень плохо. Ну, есть. Сносим еще одного. Так, виповские. Главное, виповские не должны умереть. Убрали. Там поехал тяжелый. Так, где остальные у нас? Ага, вижу. Так, 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 так. Виповские за мной едут. Главное, они должны выжить. Ё-моё, что здесь творится? Нужно объезжать их с тылу. Надо объезжать этих мерзавцев с тылу. Вот, нормально. Валим, валим. Фу. Так, затащили. По-моему, все едут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Там что-то наверху пролетело. Какой-то истребитель. Так, глянем вперед. Опережение, может... Так, за спиной кто?
Добейте его. Да, молодцы. Откуда он там взялся? Так, ну что, продвигаемся вперед. Я обхожу, беру на себя все, весь основной огонь. Главное, чтобы наша колонна выжила. Слушай, куда они едут, а? Ай! Так, ребята. Аккуратненько. Главное, чтобы нас сзади никто не смел. Но они должны его слить. Там у него осталось-то немножко. Во, нормально. Так, куда мне вас вести? Давайте. А наши виповские пока целые танки абсолютно. О, слева все нападают, да? Ладно, еду. Быстренько. Ну же! Ай, двойной прошел. Так, уходим, прячемся за скалу. Черт возьми, у нас потери. Убрали. Еще едут. Так, кто-то мне подпер сзади. Ну, естественно, самое хреновое, это когда у тебя подпирают сзади, но это жесть. Давай, добивай. Есть. Сняли. Кто у нас еще? Кто-то там еще долбит? Ай, в скалу попали. Как так-то? Разброс такой. Давай им по гусеницам. Это очень тяжелый танк. Его нужно пробить. Ну, вот и здорово. Давай, давай. Главное, чтобы рикошета не было. Ужас, ужас. Валим. Да. Молодца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть, откуда вы беретесь? Куда они поехали? У нас здесь бой идет, они куда-то рванули вперед. Блин, виповские подыхают. Да как же так-то, ну? Ребятки, куда вы едете без меня? Поехали, мерзавцы. Ну, это просто вообще какой-то ужас. Так, одного снесли. Одного еще. Убрали, едем. Я не знаю, что там будет, но зачем виповские поехали вперед? Мне нужно их сохранить. Так. Это что такое? Это что за жесть такая здесь творится? Таких беспредельщиков прикрывать вообще крайне. Прибыли на пункт назначения. Противник, да, так, не успеваю даже прочитать, что-то здесь творится. Но, блин, виповские пока живут. Транспорт прибыл в пункт назначения, задание выполнено. Вау! Вот это заруба была. Просто заруба. Жесточайшая миссия завершена. Для продолжения нажмите на любую клавишу. Так, нам наворотили опыта. Убито, нанесено урона, победа, дополнительный опыт, дополнительные кредиты. Насыпали нам кредитов. Получено. Отлично. У нас скоро будет уже второй левел. Так, сопровождение выполнено. Оборона. Двигаемся дальше. Враг атакует наш артиллерийский аванпост, подкрепление прибудет через 5 минут. Ого-го, вот это да! Сразу заруба! Попали. Нифига себе у них тут. Жесть какая, вот это у нас. Так, того добьют, нет? Кого еще не добили? Отлично. Так, артиллерию защищаем. Нам осталось продержаться 5 минут. Неизвестно сейчас, с какой стороны они поедут. И, по-моему, мне не особо. У нас кто-то кого-то у нас повредили. Вон ту пушку. Она у нас немножко повреждена. Так, с какой они стороны поедут? Вот это вопрос, конечно же. И у меня осталось еще 2 танка. Может быть, к нам подкрепление какое-то приедет, нет?
Ой! Откуда? Где? Нифига! Вот это да! Слушай, как вы там замаскировались-то? Так, слили. Бьем на опережение. Сейчас уничтожит одну. Давай, 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 пожалуйста, ну, добей его. Где еще? Так, одну разбомбили, мерзавцы. Тут мало от нас что зависит, мы стараемся на полную катушку, у нас очень мало. Смотрите, второй танчик у нас, третий вернее, вот-вот приберется. Я не знаю, сколько он выдержит, но один выстрел и все, и мы останемся вдвоем. Это вообще будет тяжба. Так, самолет, вертолет. Так, одного слили еще. Они, конечно, рандомно появляются. Сейчас вторая у нас погибнет. Артиллерия сольется. Так, где еще? Сколько? Две пушки остались. Так, у нас танк появился еще один. То ли он вылечился. Отшаманили его. Да, печальная ситуация. Очень. Очень трудно. Две минуты осталось. Две минуты, ребят. Давайте продержимся. Они так еще появляются неожиданно. Бам! И на скале. Может быть, нужно отъехать, привлечь внимание на себя. Вот это плохо. Вот это очень сейчас плохо. Сейчас несут. Так, одного уничтожили, второго. Второго уничтожили, прекрасно. Наша база уничтожена. Надежды нет. Вот это да. Что, как здесь биться-то вообще непонятно. Так, ладно, давайте в главное меню заглянем. Посмотрим, что у нас еще есть. Какой-то у нас здесь еще один режимчик есть. Есть у нас компания. Давайте глянем, что она себе представляет. Здесь огромное количество, посмотрите, сколько миссий. Можно здесь проходить просто невероятное количество. Давайте посмотрим, что у нас первая миссия себе представляет. Первая миссия компании. Связь заработала. Парни, сегодня к нам присоединился новобранец. Так, это я? Или нет? Мы должны отбить нашу штаб-квартиру. К счастью, противник не успел остановить повреждения, которые мы нанесли в прошлый раз. Так, по местам новобранец принимает, принимайте управление беспилотным танком. Беспилотным танком. РЛС кругового обзора и ближнего действия очерчивает район, в котором присутствуют вражеские танки. Если вы находитесь неподалеку от них, радиус обнаружения уменьшается. Если вы движетесь с высокой скоростью, второй способ обнаружения — сектор обзора в направлении вашей пушки. Здесь радиус значительно выше, но враг должен находиться в прямом видимости и не должен быть заслонен объектами. Заметить неподвижный танк сложнее, чем танк, несущийся на полном ходу. Окей, так. Тут уже бой идет, ну, дайте хоть почитать немножко, ну что же вы... Стреляем. Стреляй. Так, что не стреляет? Подожди. Так, нужно по стрелочке двигаться обязательно, да? Стрелять нельзя. Ну ладно, поехали, у нас пока обучение какое-то идет. Я не могу по нему стрелять? Странно. Когда вы целитесь в боевую машину противника... Противник из силуэт подсвечивается. Свет силуэта подсказывает. Ну, это понятно, обучение означает пробивание. Красный означает пробивание, оранжевый только осколочный, белый отсутствует урон.
Когда вы целитесь во вражеский танк, окраска его подсветки показывает, смогут ли ваше оружие выбрать тип снаряда, пробить его броню. Бело-серый силуэт означает, что вы пробьете броню и не нанесете никакого урона. Оранжевый силуэт появляется при использовании боеприпасов взрывного действия, который не пробивает броню, но наносит некоторый урон. Красный силуэт говорит о том, что снаряд пробьет вражескую броню, нанесет урон в полной мере. Ну, это мы тоже знаем. Так, окей. Что тут надо сделать? Пробили. А принципиально важно, под каким углом снаряд сталкивается с броней танка. С броней танка. Угол, ага. Ну, это тоже понятно. Это тоже понятно. Вот так мы ему башню отстрелили. Крутейшим. Чтобы увеличить вероятность пробивания брони. Так, используйте. Так, а здесь что у нас? Забор можно пробить как-нибудь, нет? Забор нельзя. Нажмите Q, чтобы выстрелить дополнительное оружие. Опа! Опа, 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 опа. Миномешный. Ну, отлично, открыто достижение. Firecracker. Q можно... Так, это классно. Е, чтобы сменить тип боеприпасов. Ага. Так. Главное орудие танка ведет огонь снарядами трех видов. По умолчанию используется с высокой бронепробиваемостью, средним уроном. Другой тип снарядов отвечает средней бронепробиваемостью и высокий урон. Наконец, мощный взрывной урон повреждает танк, даже не пробивая его брони. Но если броня все же окажется пробитым, то будет удар сокрушительным. Так, прекрасно. Направиться в отмеченную точку. Там бы с миномета бы их. Можно с миномета вас начкануть, а? Давайте их с миномета вот так накроем. Во! Отлично! А мы уже их убрали. Все. Так, дальше все. Дайте нам уже побиться. Попали. Прекрасно. Так, приблизить камеру В. Я правой кнопкой мыши приближаю камеру. Блин, в дерево попали, представляете? Снаряд. Так, отлично. Хорошо. Отличная стрельба. Так, что наши бойцы? Так, это мне что дает? Давайте поменяем беспилотный танк. Сейчас вы управляете новой боевой машиной. Мы называем ее ракетным танком. Вау! Попытайтесь уничтожить врагов, хранящих базу. Помните, что вы можете изменять траекторию полета ракеты, перемещая прицел. Так, нам куда? Нам вот куда-то вот сюда. Так. Ага. Так, подожди. Я прям на пустыре даже нигде не спрятаться. Попали немножко. Есть, слили. Почти, почти добили. Давай, 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 валим, валим, валим. Есть. Слушай, тот живучий гад, а? Реально живучий. Одному без подмоги крайне трудно, хорошо сносит деревья.
Давай, ракеты, да. Прекрасно. И еще один у нас, да? Где-то там вдалеке уйдет. Выбрал позицию далеко. Нам нужно вон туда двигаться к нему прям. Давай, 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 бро. Ну, спрятался, а? Так, наш туда подъезжает. Сейчас мы его вольнем. Вот. Вот теперь тебе кранты. Ах, нормально. Отличная работа. Мы отбили нашу базу. Здесь вы сможете испытывать новые танки. Это прям... Миссия завершена, открыто достижение. Фух, ну что же, в принципе, альтернатива World of Tanks, War Thunder или другим подобным Армата, там, проект Армата и так далее. Только дешевле. Также здесь можно, видимо, прокачиваться, также, наверное, донатить, возможно. Я думаю, такой вариант тоже есть. Ух ты, нам выпадает танк новый. Посмотрите, второго левела. Новый уровень, 200 очков опыта. А здесь что у нас такое? О, и еще что-то выпало нам. Это у нас рандомно что-то образовалось. Так, прекрасно. Назад. Нам нужно было назад, да? Так, мы же хотели просто менюшку. О, у нас здесь какие-то призы. Взять еще одну карту из колоды. Здесь можно выбирать. Что это такое? Воу, гусеницы, что ли? Арктур, фиолетовые гусеницы выпали. А можно было еще открыть, кстати... Еще там можно было открывать, но там уже платно получается за очки. А что ж, дорогие друзья, если вам понравилась игрушка, нажмите лайк, пишите об этом в комментариях, стоит ли вы проходить ее дальше, хотели бы вы увидеть продолжение миссии и так далее, сетевую игру посмотреть. Ну а с вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новой встречи, у нас новый танчик. Что ж, будем его прокачивать, если вам понравится игрушка, будем ее смотреть и, собственно, может даже мы ее и постримим. Всем счастливо и пока-пока!